постоянно спрашивают, как садить виноград. То есть вот у меня глубина траншеи. Вот такая вот глубина. Тут был посажен виноград в этой траншее. Устанавливали столбы электрики. Вот тут все классно, все замечательно. Ну, им нужно было почему-то поставить столб именно вот сюда. Места же мало. Совсем мало оказалось места. Решили поставить на траншее, где виноград растет. Ну ладно, поставили, поставили. Слава богу, что поставили. Вот он. Был посажен нормально, конечно, виноград. Ну, вот растение довольно-таки живучее. Все равно умудряется бедненький расти. Ну, дай бог, вызреет. Хотя бы одна почечка, я буду уже рада. Тут они обломили виноградик мой. Вот он маленький мой. Прорастает все равно. Сейчас посмотрю. Уберу одну. Сейчас немножечко боюсь, что подцеплю нечаянно. Тут вроде две почки лезут, не пойму. Вот он, малыш. Где тут еще был? Так, вот еще маленький. Тут тоже маленько попереломали все. Вот остаточек, вот он. Маленький лилипусечка такой. Вот, вырастает все равно. Здесь вот они вообще что-то кидали, мусор какой-то. Тоже все попереломали. Там вот пошла почечка маленькая. Сейчас покажу. Ох, не могу подлезть. Вот она, малышка. Вот. Ну, а я вообще закрывала соломой. В общем, закрывала соломой, чтобы, ну, подольше сохранялась влага в почве. Здесь-то они все кидали. Остались, ну, вот почки, которые не проснулись сразу, то сейчас просыпаются, в принципе, все нормально. Вызреют, успеют. Потом прищипну, листики поубираю, калием, вернее, попшикаю, и все будет хорошо. Вот он, малыш мой. Это этого года посадки.